Всем привет! Мы находимся в Дрездене. Остановка Дрезден-Митте. Вот я вам хочу показать германское метро. Вот такая вот, такое большое здание. Минарет, мечеть. Вот это мечеть мусульман в городе Дрездене. Так, я подожжу поближе к ней, можете посмотреть. Последние 2-3 месяца каждый понедельник в Дрездене были митинги, демонстрации под эгидой такой организации Пегида. Люди выступали против неправильной политики. Против увеличения количества мигрантов, особенно из мусульманских стран.